Доброе утро. Итак, мы сегодня продолжаем изучение Торы, недельной главы Торы в караимском переводе. И сегодня у нас на очереди глава Пинахас. Эта глава, она связана, по большому счету, с начало этой главы, по крайней мере, связана с продолжением предыдущей главы. И я хочу напомнить, что предыдущая глава была глава Балак. И Балак это был колдун, которого вызвал, вернее, Балак это был царь Моавитский, который вызвал колдуна Бильама бен Пеора с тем, чтобы он проклял народ Израиля, тот пришел к нему и пытался проклять, но каждый раз, четыре раза, когда он пытался проклинать Израиль, то каждый раз из уст его выходило благословение. И это все происходило как чудо, которое было, которое сделал Господь над ним и над народом Израиля. И вот в конце предыдущей главы, когда увидел Бильам бен Беор, что он не может проклять Израиль, значит, он дал совет Балаку бен Циппору, это царю Моавитскому, чтобы он послал женщин с тем, чтобы они легли с израильтянами, то есть с тем, чтобы они привлекли израильтян к идолослужению. Идолослужению именно таким образом они, значит, смогут получить это проклятие. То есть пока они не значит, служат одному Богу, единому Богу, то это проклятие не может быть произнесено над ними. Но если они прекратят служить Богу, хотя бы временно, да, то тогда возможно, что царь Моавитский Балак и сможет победить их, да. И вот царь Моавитский Балак послал женщин, которые начали завлекать к себе израильтян и начали прелюбодействовать с ними. И под этим предлогом, значит, привлекали их к идолослужению. И вот под конце предыдущей главы это все начинается, все это действие. «Даешев да эвель гелип кечек ты Исраэль шиттим дя». И вот пришел и, значит, пришел и проходил Израиль мимо Шитима, это такая местность, да башлады ол улус азмага хизлары беляньму авнин. И стал народ прелюбодействовать с дочерьми Муава. Да чакардилар ол улусны курбанларына абакларынын. И приглашали эти женщины, народ Израиля, к жертвам божеств своих, к идолам, да ашады олулус, да баш ордилар абакларына. И ели израильтяне и поклонялись божествам этим. Да кошулды Исраэль куллагына по ор абагынын. И прилепился Израиль к идолу, которого называют Пеор, Бааль Пеор, да кахерланды ачуву адонайнын Исраэльгя. И возгорелся гнев Господен на Израиля. Да айты адонай мошегя алгин джумля ол улуснын башларыны. И сказал Господь Моисею: возьми всех начальников народа, да дириллай гемгинь аларны адонайга, и значит, закопай их живьем, карши сына ол куяшнын, на
солнце, на солнце. То есть, в принципе, здесь есть разница в переводе, вообще в толковании, да, вот слово на иврите, которое переводится здесь, называется «гока», «вегока отам ладуна негит хашамиш». Раввинисты переводят это слово «гока» «повесь», как «повесь их перед солнцем», да. Мы же переводим эту казнь по-другому, и мы переводим, что, значит, этих людей закапывают наполовину в земле, на солнце. И вот именно это толкование, оно находит в себе отражение в этом переводе, да, «дереляй гемгинь», то есть «закопай их заживо», «аларны алдонайгам», «каршисена ол куешнын», «перед Господом», «перед солнцем», «на свете солнца», «да кайцин кахири ачувунын адонайнын Исраэльдян». И отвратится тогда ярость гнева Господня от Израиля. Да айты Моше шараат чиларына Исраэльнин, и сказал Моисей судьям Израиля, кырыныз аргаз кишиларыни, убейте каждый людей своих, ол кошулганларны по ор абагынын, Кулугина, тех, которые прилепившихся к Баал-Пеору, это идол, да, муавитский. Да мунакиши Исраэль, огланларындан гельды. И вот некто из сыновей Израилевых пришел, это был князь, то есть глава колен Израилевых. Да ювуклаштерды, Кардашларына, Олмидьянлы, Хатынны. И, значит, подвел к братьям своим Мидьянитянку, Гюзлеринча Мушенын, перед глазами Моисея. Да Гюзлеринча Джумля Джамаатынын, Исраэлин, Огланларынын. И перед глазами всей общины сыновей Израилевых. Да Алар Елар Эдилар, Эшегиндя Огельмоеднин, а они плакали в это время у входа шатра соборного. То есть в то время, когда Моисей и все главы общины плакали, этот глава Шевита, то есть глава колена Израилева, привел Медианитянку, чтобы переспать у ней. Да герды пинахас оглы эль азарнын, оглы агароннын, ол когеннын. И увидел это Пинахас, сын Элазара, сына Аарона, священника. Да калкты ортасындан ол джамаатнын. И встал он из среди общины. Да алды сюнгю колуна. И взял он копье в руку свою. Да гельди артендан Исраэль киши синин ол чадырга. И вошел он вслед за этим израильтянином в нишу. Да санчты экисыны и пронзил их обоих. Исраэль киши сини да ол хатыны ширданына. Этого израильтянина и женщину в чрево ее, да мекс олунды олкыран, и прекратился тогда мор среди сыновей Израилевых, Израиль огланларынын юзеринден. Да эдилер ол огланлар олкырандан 24 000, и было умерших от мора 24 000. То есть Пинахас, который был внуком Аарона и сыном Элиазара Когена, значит, он предотвратил вот этот вот мор, который начался, в ходе которого умерло 24 000 человек, и все это было вызвано
вот этим вот прелюбодеянием с дочерьми Муава, которые склонили их к идолопоклонству. И именно здесь начинается вот эта глава наша Пинхас, поэтому я сказал, что начало нашей главы связано с концом предыдущей главы, мы именно оттуда и начали. А сейчас вот отсюда начинается наша глава Пинхас, это глава 25, стих 10. «Дасе злади Адонай Моше ядемя, и сказал Господь Моисею, говоря, Пинахас оглы эль азарнын, оглы агароннын, ол когеннын, Пинахас, сын Элазара, сына Аарона, священника, Гери, Этирди, Кахеримны, Исраэль, Огланларынын, Юзеренден, отвратил гнев мой от сынов Израилевых, Кюнляганиндя, Кюнлямягимны, Орталарында, вступившись за меня среди них, то есть ревностно вступившись за меня среди них, да табус да табус мадым Исраэль огланларыны кюнлямягим билянь, и я не истребил по этой причине сыновей Израилевых в ревности своей. А нынешен хабар аткин хабер эткин анар, и поэтому скажи, сообщи ему, Мунамен веримен анар шартим билян эсанлик. И вот я даю ему завет мира. То есть эсанлик – это мир, шартин – это завет. Какой завет мира? Вот наши мудрецы говорят, что это завет того, что все потомки Пинахаса будут заслужены великого священнослужения, то есть Когенлик будут великими Когенами, то есть Коганим, они в принципе были впоследствии разные, и вот именно те, которые были сынами Пинхаса, все его потомки будут заслуживать именно великого Когена, помазания великого Когена. Да булыр анар, да урлугына ардындан, и этот завет будет и ему, и потомству его, после него, шарты омерлик кёгенлигенин, заветом священства вечного, то есть мы видим Когенлик, Омерлик Когенлигинин, это именно вечное священство, а ныне чунки кюнляди тенрисы учун, потому что он ревностно вступился за Господа, да капара эти Исраэль огланлары учун и искупил сыновей Израилевых. Да иди ол урулган Исраэль киши синын, и имя же убитого израильтянина, ки урулды ол мидьянлы хатын билянь, который был убит вместе с мидьянитянкою, земри оглы салунын, агасы ата эвенын шимонына, земри сын Салу, начальник отчего дома колена Шимонова. То есть это не просто был израильтянин, а это был начальник отчего дома Шимонова. И значит, поэтому он находился поблизости к Моисею и к шатру соборному. «Де иди ор ол урулган мидьянлы хатыннын». И имя убитой женщины мидьянитянки было Козби Козы Чурнын Баши Умматларнын. Козби, дочь Чура, родоначальник отчего дома в Мидьяне он. Ата Эвенин Мидьян Дадер Ол. То есть и эта женщина, она также была очень важная особенно, особая персона,
То есть она была дочерью отчего дома в Медьяне. «Да се взгляди Адонай Моше ядемя, и сказал Господь Моисею, дар вермя дар вергинь, ол Медьян лыларга, враждуйте с Медьянами и поражайте их, да уруны заларны, зира дар веряй дирляр алар сизгя, потому что они враждебны к вам, яман сагышлары белян в своих кознях, ки яман сагыш этилар сизгя, потому что они замышляли против вас, себеби учун поорнен в доме поора, да себеби учун козбинен и по в деле козби, кызы медьян агасынын кыз кардашларынын, дочери начальника Медьянского, сестры их, ол урулган, ол кыран гюндя, убитой в день мора, себеби учун поорнын из-за идолопоклонства пеору. Вайги да иди ол кырандан сонра, и было после мора, да айти Адонай Мошея, да Элазарга, оглына Агарон, ол когеднин демя, и сказал Моисей Элазару, сына Агарона, священнику, говоря, то есть, в принципе, у нас есть заповедь, чтобы рассчитаться с медианитянами. Как я говорил, что медианитяне, они, в принципе, Господь не разрешил захватывать их земли. Это было еще до того, как вот это все произошло с Балаком и с Бильамом. Но после этого Господь приказал уничтожить медианитян, потому что они замышляли истребить израильтян. И теперь после всего этого проводится исчисление, поголовное исчисление всей общины. Это связано с тем, что сыны Израилевы находятся перед входом их в землю обетованную, и для этого нужно посчитать каждое колено, сколько оно в себя исчисляет, для того, чтобы впоследствии разделить землю обетованную по коленам Израиля. То есть вот это вот исчисление, поголовное исчисление, оно именно связано с наследованием священной земли Израиля. Сананис санин джумля джамаатинин Исраэль охлан ларинин. Пересчитайте поголовно всю общину сыновей Израилевых. Егермияштан да йогары эвинджа аталарынын, от 20-летнего возраста и выше, по родовым домах их, джумля чегевчины эскергя Исраэльдя, всех поступающих в войско в Израиле. Да сезлады Моше да Элазар, и сказал Моисей и Элазар, ол коген аларга дюзляриндя муавнын, и сказал им Моисей и Элазар, священник, в степях муавитских, у Ярдены, Янына, Ерихонын, Деб, возле, напротив Ерихо, у реки Иордана, то есть именно там, где они заходили впоследствии в землю обетованную. Мы видим, что они уже находятся на подступах к земле обетованной. Егермияштан да йогары нечики симарлады Адонай Мошея, от 20-летнего возраста и выше, исчислите их. Симарлады Адонай Мошея да Исраэль оглан ларына, олчикан ларга, мисир ериндян, алай симарлады симага сиздя. Исчислите их,
как Господь повелел Моисею и сыновьям Израиля, вышедшим из земли египетской. Так, вот тут в скобках, «Анлай сей марлады, сей мага сиздя». Так заповедовал он исчислить их. «Рувен тунгучи исраэльнин, оглан лары рувеннин». Рувен – первенец Израиля, и вот сыны Рувена. То есть идут исчисления глав семейств Рувена, колена Рувена. Ханохка мишпахаси ол ханохинин. И тут пошло перечисление. От Ханоха семейства Ханохова. Салуга мишпахаси ол салуинин. От Салу семейства Салуева. Лехечрон хечронха мишпахаси ол хечронинин. От Хечрона, семейства Хечронова и так далее. То есть здесь идет перечисление. Но я не буду сейчас на этом задерживаться. То есть, в принципе, кто хочет, может это все почитать. И здесь у нас идет, значит, пойдем немножко дальше. Тот, кто хочет почитать вот это все перечисление домов колен Израилевых, может это все сделать сам, начиная с 26 главы. То есть, в принципе, все это перечисление происходит в 26 главе. И здесь она у нас очень большая, тут 65 стихов. И мы сразу перейдем к 27 стиху. И что здесь происходит в 27 стихе? Опять-таки, это то, что связано с вопросом наследования земли. И мы увидим здесь, что было такое семейство сынов дочерей Челувхада. Значит, у этого Челувхада у него не было сыновей, были только дочери. И вот дочери подходят к Моисею и спрашивают, если нет у человека сыновей, есть только дочери, то каким образом должно разделяться наследство? Даювуклаштилар кызлары Челувхаднин, и подошли дочери Челувхада, сына Оглынын Хефернын, Оглынын Гильаднын, который был сыном Гильада, сына Хефера, сына Гильада, Оглынын Махернын, Оглынын Минашинын, который сына Махира, сына Минаше, Мишпахаларындан Минашинын, Оглынын Йосефнын, из семейств Минаше, сына Иосифа, Дабулардер Адлар Адлары Кызларынын, и вот имена дочерей его, Махла, Ноа, Дахогла, Дамилька, Датирча, это их имена, Ватамона, Датурдилар, Алдына Мошенин, и они предстали пред лицом Моисея, да Алдына Элазар Олкогеннин, и перед Элазаром Когеном, да Алдына Ол Агаларнин, и перед всеми князьями, да Джемля Ол Джамаатнин, и перед всей общиной, Эшигендя Огель Моеднин Демягя. И перед входом шатра соборного говоря, Атамыз Ольди Ябанда, вот отец наш умер в пустыне, да ол дюгюляди ол джамаатынын арасында ол бирикенляр Адонай Истюня джамаатында корахнын. И он не был среди сборища собравшихся против Господа в сборище Кораха. То есть вот тут наши мудрецы, они обратили на это внимание и говорят, что почему вот это указано, что отец этих дочерей не был среди нечестивцев Короха, потому что говорят о том, что нечестивцы, они вообще не, значит, не
у них нету, значит, они не могут унаследовать наследство Израиля. То есть нечестивцы, которые восстали против Бога, у них нету доли в наследстве Израиля. Только за свой грех он умер. Да, огланлар, йогедилар, анар. И сыновей у него не было. Нючун эксильсин ади атамызнын мишпаха сынын арасындан. Так почему же исключено будет имя отца нашего из среды семейства его? Парзамки йоктыр анар огул. Только из-за того, что у него нету сына. Безгя тутувлык кардашларынын атамызнын арасында. Тогда же нам удел сыри братьев отца нашего. То есть они просят, чтобы в связи с тем, что нету у Человхада сына, который унаследовал бы наследие среди сыновей Израилевых. То есть я говорил уже о том, что вот это вот перечисление голов, оно происходило для того, чтобы затем разделить землю по числу голов Израиля. И тут, после того, как произошло это исчисление, подошли эти дочери, пять дочерей, которые были у Человхада, и они, значит, попросили получить наследство также и для себя, поскольку сыновей у Человхада не было. «Да еву клаштерды Моше шараатыны алдына адонайнын» и представил Моисей дело их перед Господом. «Да айти адонай Моше ядемя» и сказал Господь Моисею, «Догру сёз кызлары Человхаднын сёзляйдерляр» — справедливо говорят дочери Человхада, «Вермя вергинь аларга тутувлугын улушнын» — дай им наследственный удел среди братьев отца их, «кардашларынын аталарынын арасында». «Да вергинь улушин аталарынын аларга» — и переведи на дел отца их им. «Исраэль да огланлырына сөзлагин демя» — и сыновьям Израилева объяви так: «Киши ки ольса да огул болмаса анар» — если кто умрет, а сына у него нет, «даверенес улушины кызына» — то тогда переведите на дел дочери его. То есть, в принципе, вот этот вопрос дочерей Человхада, он, значит, вызвал новую заповедь, заповедь, которая объясняет законы о наследстве. То есть именно здесь вот этот вот вопрос, он вызвал объяснение законов о наследстве, и сейчас вот этот закон о наследстве будет объяснен. То есть если у человека нету сына, то тогда дочь его наследует его. «Да эгер йок ися анаркиз» — и если у него не будет дочери, «да веренес улушины кардашларына» — то тогда передайте на дел его братьям его. «Да эгер йог иси анар кардашлар ата сына» — но если же у него нету братьев от отца, «да веренес улушины якынына ол ювук анар» — то тогда передайте на дел его ближайшему его родственнику, «мишпаха сындан» — из семейства его. «Да мересля сынь оме ол мересны» — чтобы он наследовал его. «Да был сын огланларына Исраэльнин ряси меня шараатнын» — и да будет это для сыновей Израилевых установленным законом, «ничики симарлады адонай мошея», так как повелел Господь Моисею. То есть мы видим, что
Вот этот вопрос дочерей Челубхада вызвал законодательство о наследии в среди сыновей Израилевых. И это законодательство, оно здесь было сказано. «Да сёздади Адонай Мушегя, чекин тагына ужбу гечивлярнын». И сказал Господь Моисею: «Взойди на эту гору Гечивлярнын», это перевод дословный имени горы, которая называется Гар-Гааварим, то есть проходящую гору прохождения, и она здесь переводится на караимском Гечивлярнын как прохождение, хотя можно перевести и Гар-Гааварим, так как она называется на иврите. «Да Георгинь Ол-Ярны, и посмотри на эту землю, ки вердим Исраэль Оглан Ларына, которую я дал сыновьям Израилевым. Да Георгинь Аны, да Джам Эллингин, Улус Ларына, да Гинсен». Значит, посмотри на эту землю, которую я дал сыновьям Израилевым, и так и когда увидишь ее, то приобщишься к народу своему, и ты, нечик, нечики, джам, джам, элунды, Агарон Кардашин, как умер и приобщился Агарон, брат твой. Нечики, ябанинда, чиннын, так как вы перечили слову моему в пустыне чин, талашинда ол джамаатнын, во время распри общины, танденыз буйру гыма, чтобы явить святость мою через воду, ки буйурдым айрухси этмиагямины, для того, чтобы осветить меня, сёзляб сувны чик кармак пилянь, для того, чтобы вышла вода из скалы, гёзларинча на глаза общины, алардер талаш сувлар кадышнын, вот вода, это воды распри, которые при Кадеше, и ябанэнда чиннын, которые в пустыне Чин. То есть я напомню, что Моисей из-за того, что вместе с Агароном они не выполнили дословно приказ Господа при водах распри Меривад Кадеш, то поэтому они не были удостоены зайти в землю обетованную. И вот Господь перед тем, как сыновья Израилевы находятся уже на подступе к стране обетованной, к земле обетованной, то Он говорит Моисею: вот ты умрешь на этой горе, но перед этим ты увидишь всю эту землю обетованную с этой горы. «Да создади Моше Адонай Гадемя». И сказал тогда Моисей Господу, говоря: «Таин эцин Адонай танрысы ол джанларнын джумля таннын». Да назначит Господь Бог духов всех людей мустахак киши ол джамаат истюня, достойного мужа над этой общиной. То есть то слово «мустахак» — это «достойный», да, на караимском языке. И здесь, в принципе, караимский перевод, он дополняет как бы, значит, оригинал, потому что в оригинале это написано «Евкот адона элоги гарухот лихот басар иш аль-гаеда». И вот слово «иш», то есть человека над общиной, здесь переводится «достойного мужа над общиной», то есть здесь дополнено слово «достойного мужа над общиной», и
наши караимские мудрецы, они говорят о том, что зачем здесь сказано Танрисы ол джанларнын, джумля таннын, то есть Господь всех душ человеческих, всех тел, потому что Господь знает душу каждого человека на всякой плотью, да? И поэтому именно Господь призван выбрать человека, который именно будет достоин вести общину. Далее. Ки чикай адларына, да ки гиргяй адларына, человека, который будет выходить перед ними и который будет проходить перед ними, да ки Чигаргай аларны, даки гиргизгай аларны, и который бы выводил их, который бы приводил их. Да бол магай джамааты адунайнын, кой гиви ки йоктер аларга чобан. И чтобы не была эта община, как стадо овец, у которых нет пастыря. Да айти адунай мушегям, Алгин озена Йогушуаны оглын нуннын. И сказал тогда Господь Моисею, вот возьми себе Йогушуа, сына Нуна, мустахак кишики алхамы танрынын анда. Достойного человека, опять-таки слово достойно добавлено, расширенный перевод, Мустахак кишики алхамы танрынын анда, то есть достойного человека, у которого есть дух Господен, то есть опять-таки добавлено слово Господен, потому что в оригинале как лиха эт Йогушуа бен Нун иш ашер руах бо, то есть какой дух у него есть, естественно, что Господа, алхамы танрынын анда. Да, таягын колунны истюня и возложи на него руку свою. То есть это полномочия, перевод полномочия проводят с помощью возложения руки. Багаматта да тургузгын аны алдына эль азар ол когеннын и представь его перед эль азаром, священником. Да алдына джумля ол джамаатнын и перед всей общиной на глазах их. Да таин эткин аны оларын гёздаринча и значит, наставляй его перед глазами всей общины. Да вергин на велик сыйгдан анын изереня и дай ему от величия